الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد درجه مسلماني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤال ناس تروي هجره في برسلانيا اثيوبيا того اوكاك قريشيتي вести приговоры с дядей пророка, саллиллаху алейхи и с пророком, чтобы он остановил свой призыв, и получили отказ. Они еще сильнее начали работать против пророка, саллиллаху алейхи вассалам, и урайшиты призывали других племен, племен тоже, чтобы они тоже жестко начали наказывать тех людей, кто оставляет свою религию и принимают ислам. Когда пророк, саллиллаху это увидел, он разрешил второй раз тоже, чтобы они делали переселение в Эфиопию. Второе переселение было более трудное, чем даже первый, Потому что еще более сильное этот противостояние они увидели от урайшитов. В втором хиджре из мужчин вышло 83 человека. делать вышли из мужчин 83 человека, если Аммар ибн Ясир там был. Там разогласие Аммар ибн Ясир второй хиджру сделал или нет. Если он не вышел, это было 82 человека из мужчин, которые делали хиджру. Из женщин, которые хиджру делали, 18 женщин. Из них 11 курайшитов, курайшит, из племени племени, и 7 из других. Не считает тех детей, сыновей, которые у них родились, Эфиопии. Первый, которые хиджу делали, 18 женщин и 82 или 3 мужчин. Их амир был в этом приселении Джафар ибн Абиталиб, ради Аллаху Ан. Это был двоюродный брат пророка, саллиллаху алейху ассалам, и родной брат Алибн Абиталиба, ради Аллаху Анхума. Некоторые ученые сказали, этом хиджу был Усман ибн Аффан и Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху Анхум, и другие сподвижники, которые участвовали в Бадр. Здесь имам Ибн Каим говорит, Аллах, если это они там были, значит, они вернулись до битвы в Бадр. Получается, из Ефопии вернулись некоторые до Хиджра, некоторые до Бадры, и большинство остались до Газвата Хайбар. Из этих, которые Хиджру сделали в Эфиопии, были Абу Ашари. Некоторые сказали, он в Мекке был, оттуда с этими Джафрам обитали в месте, он хиджу вышел в Эфиопию. более достоверная информация об этом, то, что передал Маму Бухар Он говорит, мы были в Йемене. И мы услышали, что Пророк, саллиллаху алейхи васлам, хиджу, делает медину. Мы тоже хотели с ним делать, Мы с Йемене вышли и сели на корабль. И этот

Был сподвижник пророка, тот же, который вышел хиджру делать в Эфиопию, и по дороге умер, ради Аллаху ана. По дороге, когда туда ехали, его укусила змея, и по дороге умер Халид ибн Хизам, ради Аллаху а'ан. Зубайр ибн говорит, ради Аллаху ана, я, говорит, ждал его сильно, потому что вот, другие племена были родственники, у кого-то двородный брат а родная племена были,

не радовала, И собрали свою эту делегацию их от, и отправили к эфиопскому королю. Они собрали подарки для него. Эти эфиопцы из Мекки сами ждали, были кожи. Хорошие дубленные кожи, они этого ждали, любили. Из этого они собрали этот подарки для королей и свиток вокруг королей, которые было. Им тоже подарки собрали, и лошадь тоже приготовили и отправили джаси, чтобы он вернул этих мусульман обратно в Мекку. Для этого они приготовили Амруб Лас и, и Абдуллах Ибн Абирабия. Оба с этими подарками поехали к Наджаси. И они, пока не встретились с Наджащи, они встретились вокруг него, которые были его святой. Им эти подарки подарили. И сказали, с нашего племени к вам пришли люди. Они говорят, глупее, наши религии тоже оставили, ваши религии тоже они не нашли. Их религия была христианство. И новые религии они принесли, говорит, которые не знаем ни мы, ни вы. Наш народ нас отправил к вам, чтобы вы их вернули обратно. Когда говорят, мы будем про них... С королем разговаривают, и ФОПи нажащим разговаривают, вот тоже говорит, наши слова подтвердите. Им подарки сделали, их приготовили они оба и пришли к королю. Они пришли и подарили им подарки, то, что они пришли и сказали, мы знаем наш народ лучше, эти, которые к вам пришли, тоже мы лучше, чем вы знаем, они говорят, оставили нашу религию и не зашли в вашу религию, они принесли новую религию, которую мы и вы не знаем. Мы хотим, чтобы ты их вернул обратно к нам. Тогда гневался нажащий и поклялся, я, говорит, не буду их возвращать, пока я не позову ко мне и спрошу, какую религию они принесли, что вы говорите, правда или нет. Он отправил с подвижником пророку, людей, чтобы они пришли к нему, и с пророка вместе с на Набиталибом они договорились, будем говорить истину, что бы ни случилось. Правду скажем, не будем скрывать свою религию, правду скажем. Начали им спрашивает, это что за религия, которую вы принесли, которую вы оставили свой народ и не зашли в мою религию? на Набиталиб вышел, и он начал от всех разговаривать. Он сказал, мы были народ джахили, невежества поклонялись идолам, кушали мертвечину, делали прелюбодеяние, родственные связи обрубали, соседи, соседями относились плохо, сильный из нас кушал слабого, имеется в виду, слабого всегда обижали. Факунна аля мы этом были, пока Аллах Субхану Та'Алла не спасал к нам посланника. Мы его хорошо знаем, мы его, что он является правдивым, тоже хорошо знаем. Что он является доверенным человеком, тоже хорошо знаем. Он призвал нас к Аллаху Субхану Та'аля, что мы, он нас призвал к Таухиду Единобожию, что мы поклонялись Единому Аллаху Субхану Та'аля, и мы оставили все это поклонение, которое мы поклонялись этим идолам. И он нам приказал, что мы говорили правду. То, что у нас есть амана, которых у нас оставили доверие, это возвращали чтобы родственные связи укрепляли. С соседями хорошо относились. Оставили харам и не убивали людей. И нас запретил он делать э, от прелюбияния. Чтобы этим э, имущество сирот, чтобы мы кушали, он нас запретил. И э, наговаривает на чужих женщин. И он нам приказал, чтобы мы единым Аллаху поклонялись и ширк не делали. И он нам приказал, чтобы мы молились. Это время не было обязательно пятикратным намазом. Он здесь имеет в виду та намаз, который до пятикратного, который делал пророк Салам утром и вечером. Вазака, что мы делали садака. И многое все тех ислама, которые, деяний, которые призвал пророк Салам Джафар Набиталиб, рассказал этому королю. Мы уверовали его и приняли то, что он говорит. И мы следуем за пророком, саллиллаху алейхи вассалам, и то, что он нас с мы этого делаем. Когда наш народ увидели, что мы приняли ислам, они нам, нас притесняли и нас наказывали, и не оставляли, что мы поклонялись единому Аллаху Субхану Тааля. Из-за этого мы вышли в, твой, в твою землю, и мы тебя выбрали, чем других королей, и мы хотим жить под, твоему, под твоей защитой. И мы уве, э, думаем, что у тебя нас никто не будет притеснять. И нажащий спрашивает Джафру на Буталибу, есть с тобой что-нибудь то, что принес Мухаммад, саллиллаху алейкум, ваш пророк? Джафр сказал, есть. И прочитал начало сурату Марьям. Сурату Марьям, сурату марьям про Марьям али, э, и его сын Иса, бну, Иса бну Марьям. Это аят Иисуса Марьям, когда он прочитал, заплакал на Жаши, ради Аллаха. «Хаттах у него, даже уже намокло его бороду. И вместе с ним, которые стояли, все его свиты тоже начали плакать. Когда они услышали то, что прочитал Джафар Ибн Абиталиб. Потом Нажащи говорит, то, что принес этот Мухаммад, и то, что принес Муса, алейхиссалам, с одного окошка не уходит. Одной и той же разницы нету. Потом повернулся к обоим Джафар амрум и Абдуллаху и сказал, вернитесь Мы их тебе не дадим. К вам не дадим, вернитесь, сказал им, обратился с, <coughs> с подвижником Пророка, саллиллаху васлам, живите спокойно на моем земле. равно Амрум Лаас, он говорит, когда их так вернул король, не успокоился, он говорит своему другу, я, говорит, завтра расскажу, пойду завтра к королю и расскажу им, что он их уничтожит. Их убеждение расскажу про Иса Абну что будет нажаши их уничтожить. Даже Абдуллах Ибн Абирабия, который с ним был, Абдуллах, другой, он, чуть, он говорит, не делай этого. Все равно же, говорит, Хот они наши религию оставили, они наши родственники. Зачем ты это делаешь? Не делай этого. Амрум Ас, нет, говорит, я это сделаю. Второй день пошел к нажаши и сказал, о, король, они говорят про Иса Марьям, большие слова, которые ты не говоришь. Обратно Наджаши послал за ним и спросил про Иса, алейхиссалам, что вы говорите про него. И друг другу сказали, что, что скажем про Иса, алейхиссалам, алейхиссалам. все сказали, если нас просит, скажем то, что нам рассказал пророк, то, что Аллах нам э, сказал и принес пророк к нам. Что бы с нами ни случилось, истину скажем. И Наджаш им спрашивает, Джафрам Абиталива отвечает, мы говорим, мы говорим про него, то, что к нам принес наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Что это? Он является рабом Аллаха и его посланником. Это слова Аллаха, которые не спаслал Аллах Субхану Атала. Мария имеется в виду кун, буд и, э, стал, этот, и э, родился Исабну Мариям, ради Аллаха, алейхиссалям. И этот момент тоже Наджаши ударил своей рукой в землю и оттуда взял палочку и сказал, то, что Эйсабну Мариям, то, что ты сказал, от этого никуда не отошел. Он и является Марьям. он является рабом Аллаха и посланником Аллаха, подтвердил то, что сподвижника сказали о Нажаши, вокруг которой были и его ученые, христианские ученые, которые были, они начали не понравился это его слова, потому что они говорили, что если Марьям является Богом, то что подтвердил Нажаш, им не понравился и начали они кричать, хоть вы кричите, в Аллах говорит, больше этого, если Марьям не, не перешел, он является рабом Аллаха и посланником Аллаха и сказал мусульманам, идите, вы являетесь безопасности на моем земле. Тот, кто вас поругает, он будет оштрафован. То, что, кто вас поругает, он будет оштрафован. Три раза повторил. Нажаши. В я не хотел бы, для меня была гора из золоты, чтобы вас кто-то навредил. Чем вас навредил? И говорит, я не хотел бы, вместо этого, что мне дали гора золота, и чтобы я вас навредил. Потом, приказал своему свиту верните эти подарки, которые ты принесли Абдуллах, Ибн Абирабия а, и Абдулла верните их подарки и выгоните отсюда их. И мусульмане жили в этом земле, земле Нажаши, земле Эфиопии, безопасности. И Нажаши принял ислам. И, призыв, и, принял пророчество Мухаммада, саллиллаху алейхи он скрывал свою религию, боясь от своего окружения. Имаму Захаби, Рахамуллах, говорит в своей книге «Ассияр Аляму Нубаля» на его имя является Асхама Маликуль Хабаша. Асхама. И у него имя Асхама ибну Аб, Абхар. Его некоторые считают с подвижником. И некоторые считают его табиейным, потому что он не видел Пророка салляллаху алейхисаллям. Салам. Сподвижник, тот, кто уверовал и видел Пророка салляллаху алейхисаллям, он не увидел Пророка. И он умер при жизни Пророка салляллаху алейхисаллям и Пророк за него сделал салату Меди Медина вышел Пророк сказал сегодня умер праведный Раб ваш брат и вышли сделали джаназа за упавшего человека хотя перед ним не было и Почему он так сделал? Потому что, как говорит имаму Захаби, он был земляк, только христиане были, мусульмане тоже оттуда пришли в Медину, хижу сделали. За то, что не было людей, которые могут за него жаназа делать, пророк, саллиллаху алейкум, буду в Медине, сделал жаназа за Нажаши Асхама ибн Абхара. Нажаши это его лакаб, это его, как говорится, клички или это. Aslama on prinal İslam pri proroka sallallahu aleyhi ve sellem i hicru niz delov. on bul pomoşnikom dla musulman Efiopi. On umer 9. gadu hicri mesec Rajab. Ot eto mesece 9. gadu hicri umer rahimehullah ve radiyallahu anhu. Buduci Spadıcı ki sallallahu aleyhi ve sallam Эфиопии стали против Нажаши. Восстание было против Нажаши. Ум Мусалима рассказывает, это деньги для нас был очень печальным, потому что они боялись, если он потеряет свою власть, что их навредят другие люди, христиане, которые не любят их. Даже из нас сказали, кто пойдет посмотреть эту битву и нам весть принесет, что там случилось, кто выиграет этой битве. Битве между Нажащим и восстанием, против которого у него вышли. Зубайр Аван был из них самый молодой. Он сказал, я, я поеду и принесу этот э, весть. Между этой битвой, которая вместо этой битвы идет, между нами была река. Ирба называли раньше, который, мешок, который воду собирали, как это называется. У Чапанова тоже бывает, из кожи сделаны. Его говорят, надули, воздухом надули, этим, говорит, он на себя надел и через реку, как этот, использовал, чтобы не, это не утонуть в речке, и приплыл в речку, и пошел, и принес нам весть, и радостный весть он нам принес, что в этом битве выиграл Аннажаши. И Аллах Субтитры, уничтожил его врага и укрепился власть Аннажаши обратно на земле Эфиопии. И мусульмане остались в Эфиопии до седьмого года хиджри. Седьмой -го год хиджри, развод Хайбар, когда Хайбар открыли мусульмане, этот момент вернулся Джафру на Абиталии с теми людьми, которые остались вместе с ними в Эфиопии. Десять лет я на Абиталии был в Эфиопии. Что там происходило, истории нигде не пишут, потому что не было те времена, которые пишут каждый предшествие, что случилось. Это непременно они призвали ислам, людей призвали, но что там было, написано истории нету, ради Аллаха анхум, ажмайн. Первый делегации, который пришел пророку, салли Аллаху, алейхи вассалам. Будучи в Мекке, пришли 20 человек из христиан. Когда они услышали, что Джафр на Виталии призывает к исламу, они сами уточнить к пророку пришли и послушали пророка саллиллаху алейхи вассалям они нашли пророка саллиллаху алейхи мечети машины, харам с ним посидели поговорили и спросили свои вопросы и он им ответил и у в своем этом сборище где они собираются там сидели на них смотрели когда их вопросы закончились пророк саллиллаху алейхи призывал их к исламу и прочитал им Куран, когда это они услышали, начали плакать. Это э, э, христиане начали плакать, потом они ответили Пророку и приняли Ислам. Эти 20 человек приняли ислам, потому что они увидели те атрибуты Пророка, саллилла, салам, то, что было сказано в их книгах. Когда они от их стали с ним, их встретил Абу Джахль и сказал, да вы, будьте вы прокляты. Да унизит вас, Аллах. Ваш народ отправил вас, чтобы вы принесли весть про этого человека. Вы с ним посидели и приняли его и оставили свою религию. Мы не знаем, говорит, делегации хуже, чем вы. Он вас отправил, чтобы узнать про него, вы свою религию оставили и приняли его и религию. Они не обратили внимания, не сказали, саламу алейкум, и не будем с тобой спорить, отошли эти христиане от абу Джахла. Это была первая делегация, которая пришел пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Из этой событий, то, что случилось в жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и жизни сподвижников, хиджра, который они сделали, с ним мы можем понимаем из этой истории, держаться за религию Аллаха субхану Ва Та'аля и укрепить его основы – это основа нашей религии. Это нашим религии первое, что мы должны держаться за ним – это религия. Если даже придется нам потерять наше имущество, нашу землю и свободу потерять, и держаться за свою религию, сами первым, который мы должны этого делать сохранить свою религию, отдать за это свое имущество и богатство, и все, как это сделали подвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы знаем эту хиджру, нелегкая вещь, даже сейчас, в такое время, когда любой человек может хиджру сделать и жить спокойно, без проблем, без никаких проблем, даже сейчас это трудно хиджру делать, те времена, женщины, мужчины вышли пешком делать хиджу, это не было легко. Но сохранить свою религию, хиджу сделали, это нам указывает всегда, если что-то нам мешает соблюдать нашу религию, мы должны все это отдать и сохранить свою религию. Хиджра, в то время, когда они хиджу делали, Макка не был дару ислам. Она тоже дару куфру было, потому что там тоже не было ни исламского государства, не было ни закона Аллаха. Там были вокруг Кабы больше 300 идолов. Они оставили этот дару куфр поехали в другой дару куфр который им более легче будет соблюдать свою религию. Хиджра до сегодняшнего дня она является дозволенным. Иногда она бывает обязательным, она иногда бывает дозволенным, она, иногда она бывает харам хиджур делать. Обязательно бывает, когда мусульманин не может свою религию соблюдать в своем земле, тогда это намаз, ураза, призыв к намазу, хадж, это делать, если не может, ему это обязан, он делает хиджру. Дозволено, когда он может это все делать, но это трудно. Трудно это, но может это делать. Тогда ему дозволено хиджру, хиджру делать, харам хиджру делать, если, ты делаешь, эта местность остается, не остается человек, который призывает к намазу. Тебя нуждаются это мусульмане. Ты, нет другого человека, кто их будет обучать исламу, укреплять их религии. Этот момент оставить эту, эту местность, уйти в другую местность является запрещенным и харамом. Аллаху а'лам. Второе, что можем отсюда понимать, какой общий связь была между Иса, алейхиссалам, и пророком, саллиллаху алейхи вассалам. Они были христиане, когда призывал Джафру Абу Талиб Нажаши Асхама ибн Абхар, он сказал, то, что Иса принес, и он, то, что Муса, принес, и принес Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам, выходит с, одного, с одной окошки. Это указывает крепкий связь между пророком, саллиллаху алейхи вассалам, и пророками, которые были до нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Это указывает, что убеждение всех пророков является одним. Третье, что мы это понимаем, что мусульманам можно войти под защиту кафиров. Как мы видели в прошлых уроках, Абу Бакараби под защиту ибну Дугунна зашел. Пророк, был под защитой Талиба, ради Аллаха, под защитой Абу -Талиба. И это мусульмане зашли под защитой Джафар, под защитой Нажаши ради, ради Аллаха. Это указывает, что мусульмане можно зайти под защитой Кафира. но условия это понятные условия, что это не вредило их религии. Наоборот, чтобы защитить их религию, как защищали пророка саллиллаху алейкум, Если этот зайти под защитой Кафира приходится потерять свою религию или менять, أو أي حقوق الإسلام فهذا بالطبع حراماً والله أعلم في هذه القصة الكثير عبيد الله بن جحش, رضي الله عنه من أم حبيبة بنت أبي سفيان أم حبيبة بنت أبي سفيان После смерти Абайдуллах Абдуллах Джаш стала женой нашего пророка, алейхи книгах, пророка саллаллаху алейхи саллам. Это большинство книг истории пророка, алейхи рассказывает, что Абайдуллах ибн Джаш и Абдуллах ибн они оба хижу сделали, оба брата. Но Абайдуллах в многих книгах истории рассказывает, что он принял христианство там и умер в христианстве. Эта история недостоверная наоборот, более достоверные истории, которые рассказывают, когда Абайдуллах сделал вместе Умма Хабиба бин Таби -суфьян. там Эфиопии заболел Абайдуллах И он сделал Васии к пророку, саллиллаху салам, за свою семью, чтобы смотрел. Когда он умирал, он завещание это сделал, и пророк, саллиллаху алейхи поженился на Умма Хабиба Джейнуля, Абайдуллах Наджаш. И ее поженился пророк, и, ее... и этот нажащий отправил ее вместо Шурахбил ибну Хасана к пророку, саллиллаху алейху ассалам. Это достоверный иснад и история. Из этого то, что говорится, что Абайдуллах нажаш принял христианство, умер в христианстве, это история слабая. Многие ученые этот отрицает, из них является имам Аллахи Аллах. Он отрицает эту историю в своем книге «Сейр а Алям ан -Нубаля». Тем более, объявит сподвижника пророка, وسلم, что он оставил ислам и принял христианство. Это большой наговор, ссылаясь на слабые источники, и говорит, что это является большим грехом после того, как мы узнали, из за этого то, что говорится об Айдулам Жаш, принял христианство, является слабым. Более достоверный хадис есть, от, что он умер в исламе, и даже он завещал пророку, саллиллаху салам, он смотрел за своей семьей, и после этого женился пророк, саллиллаху салам, на Умма Хабиба. Умма Хабиба, ради Аллаху анха, она родилась до пророчества за 17 лет. Аллаху а'лам. Восхвалений Нажаши хватило то, что сказал пророк, саллиллаху алейхи ва будучи он христианином, пророк сказал, там есть король, который никого не притесняет его, у него. Притеснений нету. Пророк восхвалил ножащий и сказал, у него нету притеснения, он никого не притесняет, он никому зульму не делает. Цена справедливости. Мекка была возвышенное место. За то, что там зульм было, Аллах приказал Сподвижник приказал своим, э, пророк, саллаху приказал своим сподвижникам оставить эту землю более любимой для них и более возвышенной перед Аллахом, и приселиться в том земле, где есть справедливость. Из этого Ибн Таймия говорит, рахимуллах, люди, говорят, не, не, не спорят, говорят, что конец притеснения, это будет очень плачевное. Конец справедливости, это возвышение. Из этого ибн Хамигадрахем Аллах говорят, Аллах субханаху Атаала помогает справедливому государству, хоть даже это будет кафирское. Аллах уничтожает несправедливое государство, Аллах уничтожает, хоть даже они будут верующие люди. Когда справедливость, говорится, это не обязательно, что справедливость была между государствами, справедливость между людьми. Это очень ценная вещь. Вот смотрите, Мекку оставили, хижу сделали куда? Эфиопию. И между, разница между ним была. Здесь даруль куфр, и там даруль куфр. Но здесь не было притеснений, там было, здесь было это притеснение, там была справедливость. Как мы сказали, сподвижники не смогли поклоняться Аллаху Субхану Ва должным образом Мекке. Из этого они сделали хиджу и переселились в Эфиопию. Этот сподвижники нам показал, показали, что когда они с Мекку сделали, они не рассосались между этим обществом. Наоборот, это общество они призывали, чтобы они приняли ислам. Они не скрывали свою религию. Они сказали истину. Когда даже это было против них, они даже боялись, если они скажут про Иса, алейхиссалам, слова, что он является раб Аллаха и обостанник, они боялись, что он нажащий их или убьет, или их вернут. Хотя так они не скрыли свой убеждения и, и то, что есть, они э, истинно рассказали перед этим королем. И же с пророка, -ал -ал -саллам, они нам дали урок. Тем месте, где мы не можем изменить и не можем призывать людей, нам нельзя это место жить. Наоборот. Или мы должны их призывать к исламу. Или же мы должны оставить эту местность и переселиться в другое место, как это сделали сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалам. То, что сделали сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, некоторые пешком вышли. Мы знаем, какая жара в Мекке, арабский полуостров. Некоторые пешком, некоторые на верблюдах, женщинами, мужчинами вместе они вышли, чтобы сохранить свою религию на пути Аллаха из этого мы не должны тоже видеть многое, то, что, что, то, что мы делаем на этом религии. До нас, которые были сподвижники пророка, алейку, саллам, многие терпели этом пути, этом религии, и мы должны следовать за ним, когда есть эта нужда, и приходится нам пожертвовать своим имуществом, своим спокойствием ради религии Аллаха Субханаху Ва если то, что история говорит, это достовернее, что Атман на Афан вышел хижу делать, вместе с ним была его жена, Рукая бинт Мухаммад, саллаху алейхи васлам. Она тогда была молодая, ей было 12 лет. Когда она вышла, хиджу делать, ей было 12 лет. И она сделала хижу. Не только взрослые, не только молодые. Более женщины 12 лет, оставляя свою родину, делают хиджу ради Аллаха и ради сохранения своей религии. То, что сделали куфары, это Курайш. то, что сделали, отправили за ним с подарками, чтобы вернуть мусульман обратно. Это указывает вражда между мусульманами и кафирами. Не вражда между людьми. Здесь вражда между двумя убеждениями. Если между людьми, они ушли от них, что вы дальше хотите нет, мы их не оставим, чтобы они оставили нашу религию и за ними отправили, хотели их вернуть. Тот, кто недоволен твоей религией, он всегда не будет спокойствия, пока ты придерживаешься той религии, той истины, которой не придерживается он. Как это делали у Райшити. То, что когда спросил Наджаши, Джафрин Абиталиб, что скажет про Иса, -салам, как мы там видели, они все договорились, чтобы говорить правду, что бы ни случилось. И, и там было у них спасение. Как сказал Абхарам хаттаб, ради Аллаха Ан, говоря истину, я хотел бы, чтобы меня унизили, чем я говорил ложь, чтобы мне возвесили. Когда Джафар Набиталиб призывал их и объяснял религию Аллаха Субхана Хуатааля, он сперва начал объяснять Таухид, объяснять что пророк sallam, призывал нам, нас, чтобы мы оставили эти идолы, оставили поклонение этим идолам, и призывал нас. После этого рассказал остальные благие дела, которые призывал пророк. Это нас, нам, нам тоже указывает. Сперва мы должны призывать к тавхиду. После того, как принимает этот кафир тавхид, после этого мы должны обучать остальной обязанности этой религии некоторые сподвижники, они гордились, когда из Эфиопии вернулись, они, они говорили, мы получили хиджу вместе с пророком, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум. Те, которые с пророком хиджу делали, они говорили, мы получили хиджу с пророком. Это более возвышенный момент, чем вы делали хиджу в Эфиопии. Пророк, саллиллаху алейху сказал, для них одну хиджру, а для вас два. Одну хиджу в Эфиопию, вторую хиджу Медину. Даже больше вознаграждения получили сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Это был нрав пророка, саллиллаху алейхи вассалам, когда некоторые мухаджиры из Эфиопии, которые пришли, им не понравилось, что они такое вознаграждение не получили. Пророк, саллиллаху алейхи успокоил их, сказав, вы даже наоборот, получили два хиджи. Это еще указывает, что возвышенность стандарт пророка, саллиллаху алейхи вассалам, успокоит сердца мухаджиров, успокоит всех сподвижников, наоборот, их возвесил. Пусть Аллах Субхану Та'Аля даст нам понимание силы пророка, саллиллаху алейху салам, истории пророка, саллиллаху алейху салам, должным образом, чтобы мы тоже могли следовать за пророком и его как следовали наши предки. Амин, амин, амин. Ва алхамду лилляхи, раббил аламин, Аллаху хайран. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.